Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире Винвинзум номер 228. Тема сегодня «Бизнес-леди» или «Клуб женской энергии и силы». Спикеры, основатели клуба Екатерина Шевченко, Ксения Зеленина, а также член клуба Анастасия Короленко. Добрый день. Начнем с Екатерины. Екатерина Шевченко. Здравствуйте. Екатерина Шевченко. Здравствуйте. Все бизнес-леди слетаются на вас, потому что вы душа, да, вы... Человек с харизмой. Мы только с вами беседовали в отдельном подкасте. Что для вас клуб, Екатерина? Коротко. Клуб для меня – это возможность организовать ярких, успешных, харизматичных женщин, которые стремятся к развитию. И благодаря этому клубу мы становимся одной большой женской семьей, которая несет в мир красоту, любовь, прогресс. Ну и как минимум бизнес, а это налоги, налоги в наш регион. Как-то так. Вот, неожиданно, неожиданно, да, подчеркнули вы. А Ксения Аксенова, она же Зеленина, что у вас написано Аксенова внизу ВКонтакте, где у вас там 200, 340 членов, но еще в Телеграме есть. Не канал, а даже сообщество. Там, по-моему, 250 с чем-то, да? Ксения. Да. Ксения, в чем ваш уникальный вклад в этот уникальный клуб? Я организатор, я куратор данного проекта. То есть я ищу девушек, помогаю им вступить в наш клуб. Мы приглашаем в наш клуб разных девушек. Это у кого уже есть свой действующий бизнес с доходом. Это кто только начинает свой путь, данную карьеру, ищет себя в бизнесе. И те, кто еще совсем... даже не знает, чем заняться. То есть мы приглашаем в наш клуб всех. Мы собираем такую команду, где все варятся в этом котле, и получается очень хороший прогресс. То есть вы отвечаете в первую очередь за количество членов, да, чтобы оно прибавлялось постоянно? Количество, качество. Количество и качество. Про качество отдельно поговорим. У вас там специальные критерии есть. Да. Клуб женской энергии и силы в Telegram. Telegram.me Woman Energy. Но пишется через D у вас еще там. В английском слове energy нет буквы D. Energy. Energy. 263 члена. Надо сказать, что это и есть главный показатель вашей эффективности. Да, потому что мы знаем, что... люди неохотно заходят в сообщество в Телеграм именно, да. Если они там остаются, значит, им по-настоящему интересно. Это так? Нам очень интересно. Мы общаемся, все леди, у всех свои проблемы. И главный критерий нашего общения, что вы туда можете написать все, что хотите. Не надо молчать, не надо бояться, что вас осудят, что какие-то будут ошибки грамматические, что какие-то переживания. Пишите все. И мы туда вам дадим поддержку. То есть на любые темы, которые вас волнуют, мы там разговариваем. Бизнес, налоги, кто кого обманул, даже про болезни. То есть специальный чат такой вот женской энергии и силы, где есть поддержка почти 24/7. Но модерация такого сообщества, где уже две сотни членов и больше, это не такая простая задача, чтобы не было флуда, да, то есть каких-то посторонних, все-таки там должны быть определенные критерии, об этом я спрошу чуть позднее. Анастасия Короленко, а о чем вы пишете вот в это сообщество в Телеграме, и почему именно пришли в клуб, и когда это вы сделали, и зачем? Я вступила в клуб 2 месяца назад. За это время получила очень много полезной информации, которую применяла в своем бизнесе. Я преподаю вязание онлайн и офлайн по всему миру и пришла за эти 2 месяца от точки А к тому, что вышла на индивидуальное преподавание и повысила ценность своих услуг в 3 раза. То есть ценник изменился на мои услуги в 3 раза. Также прибыль по моему магазину пряжи благодаря введению новшеств, которые
позаимствовала в клубе, ввела индивидуальные карты клиентам, которые можно использовать при покупке в моем магазине и получить индивидуальные мои персональные консультации. Благодаря этому прибыль в моем магазине увеличилась практически в два раза вот за эти два месяца, которые состою в клубе. Также девочки, которые в клубе меня активно поддерживают в моих идеях, в том числе я хочу прийти к масштабированию и открыть производство кружева в нашем крае. Раньше я не могла себе даже этого позволить, а теперь у меня есть мысли, я составляю бизнес-план, который хочу реализовать в ближайшее время. Как раз в этом клубе девочки меня поддерживают и говорят, что все получится. А самое главное – это поддержка окружающих людей и уверенность в том, что когда тебе будет плохо или силы теряются на достижение цели, как раз вот в этом сообществе мы получаем, общаясь, энергию на достижение своих целей. Вот в Анастасия, этом... про энергию это хорошо. Вот конкретно, когда вот в Телеграме, там, в сообществе вы там сидите, да, где можно, каждый может написать, что хочет, что вы писали. Вот приведите конкретный пример, вы что-то написали, и вдруг кто-то откликнулся, и это не просто была идея, а какая-то ценная, что ли, у вас в итоге получилось ценное изменение в вашем продукте, в ваших услугах. Вот как раз и получается, у меня была точка, как сделать масштабирование своего бизнеса, как увеличить прибыль в своем магазине, попросила девочек совет. Это поделиться своим опытом своего бизнеса, как они делают. И вот сейчас мы выпустили индивидуальные карты покупателя, на которые можно получить консультацию, либо сделать бонусы, накапливать при покупках, либо воспользоваться скидкой на продажу. А вот эта идея карт покупателя, она откуда пришла? От кого? От рядового члена клуба или все-таки от организаторов? Не помните? Нет, от рядового, то есть тоже девочка, у нее свой магазин одежды был брендовый, и она как раз подсказала эту идею. Что то она это делает, ага. Да, да. Что Екатерина, это вот, интересный вопрос, но довольно сложный, да, всегда для организатора любого бизнес-клуба. У меня уже их было несколько, да. Это, с одной стороны, привлечь лучших, самых крутых, успешных предпринимателей, а с другой стороны, сделать так, чтобы... работали также денежные механизмы в клубе. То есть, чтобы пригласить крутого эксперта, нужно ему заплатить гонорар. Откуда? Это или из сборов членов клуба, или как? Есть модели разные. Как у вас работает? Владислав, прекрасный вопрос. Я вас за него благодарю. И я поясню. У меня в бизнес-сообществе работает, есть определенная воронка, есть определенная стратегия. Так вот, тот клуб энергии и женской силы в Инстаграм на 261 человек, о котором вы сказали. Телеграм. Телеграм. Да. Угу. Это такая базовый плацдарм, чтобы зайти в наш эгрегор, да, вот в эгрегор моей энергетики, моей призмы и так далее. Самая широкая часть воронки. Да, да, самая широкая часть воронки. Она... безоплатная. Там может погрузиться, узнать меня ближе. И там же периодически происходит формирование таких посылов, когда я говорю: девочки, вы достойны большего. Девочки, пойдемте выше. Девочки, я покажу вам, что вы можете. И из этой же воронки происходит заброс уже в само бизнес-сообщество «Бизнес-леди», где стоимость уже платная. А сколько там у вас членов платной части, так сказать, во внутренних комнатах вашего клуба? Во внутренних кулуарах нашего клуба сейчас 37 человек. Но хочу напомнить, что очень плотно нашим клубом мы стали заниматься с февраля этого года. То есть фактически за 9 месяцев мы собрали такой как бы костяк, 37 девушек. Это девушки, которые прям ведут бизнес. Какой-то бизнес. Экспертностью владеют. Именно они пришли уже на платный продукт, они платят годовую лицензию, и в рамках этой лицензии получают больше ценности, получают возможность посещать мастер-классы и тренинги, получают возможность говорить со мной вот тет-а-тет на встречах, да? Получают возможность
спикерить и давать другим девочкам пользу. То есть я формирую в них еще и навыки лидера, умение говорить, коммуникация. Это уже там, знаете, такие под, господи, под уровень, да? Кто-то mm-hmm. готов просто идти на обучение и быть бизнес-леди, включаться, да, Ксюша. А есть более высокий уровень, когда я вывожу на уровень спикерства, либо на уровень запуска онлайн-курса. Это уже другие цены, другие тарифы. Ксения, вот вы отвечаете за новых членов, как я понял, да, и за расширение аудитории. Как... Ну, сам процесс интересен. Как люди из этой широкой части воронки переходят выше? Какие у них, что их это заставляет сделать? Кроме того, что Екатерина сказала, идите ко мне, летите ко мне, бабочки. Смотрите, мы сразу на встречах объясняем девушкам, что в нашем клубе нужны только девушки, которые хотят работать, развиваться, у которых есть цели. И которые учебный хотят... процесс. Да. Просто отсиживаться на наших встречах, сидеть, молчать и ждать от нас чего-то, пожалуйста, как бы тут другие клубы есть. Uh-huh. Нас проявляете инициативу, работаете. Катя дает задание каждую неделю по продвижению. Пожалуйста, выполняйте. Также у нас чат активности, когда мы друг друга лайкаем, комментируем, пожалуйста, в нем участвуйте. То есть такие критерии, что в нашем клубе ну не просто развлечение, а сидеть как бы и веселиться. Надо в нем работать. Кто готов, видит ценность в нашем клубе, сразу заходит. Обратный вопрос, Екатерина, к вам. Ведь это не просто такое, где члены клуба помогают друг другу. Еще эксперты, приглашенные у вас, участвуют, которые довольно дорогие. Как с ними идет работа у вас, как продюсера всего этого? Вы знаете, я как бизнес психолог каждый раз у человека, какая у него цель, какое у него желание, какие у него мечты. Исходя из его желаний, я знаю, как строится история продюсерства, да, я даю человеку то, что ему нужно, и взамен предлагаю, грубо говоря, поучаствовать. Если человек в бесплатную историю идет за каким-то... Тогда мы уже договариваемся в цены. Но я всегда начинаю с вин-вин. Энергия за энергию, обмен за обмен, расширение аудитории или за рекламу. Да? То есть я начинаю с самых простых методов взаимодействия. Если они не работают, то тогда я уже попытаюсь А я просто подумал, что есть ли у вас возможность еще с этих сборов, как называем, абонементы, да, годовые, оплачивать каких-то приезжих экспертов, которые не члены вашего клуба, они просто вот, ну как, ездят на гастроли, и они очень крутые. Да, это в перспективе мы хотим сделать, но на данный момент мы не можем себе такого позволить. Угу. У нас нет таких, не хватает еще. Стремимся? Да, вот, очень важная часть, да, наверное, самая важная, это очная встреча, которая проходит, сколько у вас, примерно раз в неделю, да? Да, 4 встречи в месяц запланировано. Анастасия, вот вы присутствовали уже на личных встречах? Да, конечно. Ну, расскажите, вот когда общение лицом к лицу с кем-то, вот, ну, оно резко ведь отличается, да, от того, что мы в чате сидим, да, и там бывают очень интересные какие-то... Называется серендипити, по-английски понятия у нас нет такого слова. То есть случайная встреча, приносящая выгоду. Да? Вот что у вас там было такое, можете вспомнить? Самая запоминающаяся, наверное, встреча, это было нейропсихолог нам приходил, и мы рисовали нейрокарты при помощи рисунка, бессознательно мы воплощали свои бизнес-задания и монетизацию своих идей. То есть буквально мы пришли на встречу, нарисовали эту нейрографику, и у меня в этот же вечер я повысила цены курсов в 2 раза, и буквально через 3 часа у меня купили курс за эту цену. Хотя раньше я не могла себе позволить, допустим,
повысила сколько там процентов, а сейчас повысила в 2 раза, и мне буквально сразу же купили курс за ту цену, за которую я сейчас продаю мои курсы. То есть вот эта встреча на меня очень серьезно повлияла от бессознательного перейти прямо к материальному и получить эффект буквально в течение 3 часов после нашей встречи. И каждая встреча с девочками дает свои плоды, то есть которые я стараюсь внедрять в жизнь, в свой бизнес и выносить из этих встреч все самое лучшее и применять сразу же на деле. То есть, Анастасия, вот это вот годовой взнос, ну, скажем, абонемент, да, в клуб, вы его воспринимаете, видимо, как это, ну, оплата за учебу, да, в таком практическом университете или как? Ну, можно сказать, что это вклад в мое саморазвитие. То есть получается, знания все равно каждый раз, на каждой встрече получаю. И эти знания я применяю уже в жизни. То есть та стоимость, которая идет за клуб, она очень минимальна для меня, нежели та отдача от клуба, которую я получаю в итоге за эти деньги. То есть я, в принципе, пришла на встречу знакомства, как я сказала, вступая в клуб, я моментально на следующий день, все, я готова куда оплачивать, то есть как бы и энергия Кати прямо сама себе заряжает, и того, девочек энергию несет, я не раздумывая пошла в этот клуб, хотя в многих клубах ходить получается как участник, но не получается Все-таки такой. для вас первой точкой была энергия Екатерины, да? Всегда лидер, он лидер это Конечно. стиль, да? Да. Лидер это Который энергия. вектор движения клуба. Да, Екатерина, вот мы с вами записали подкаст как раз про женскую энергию в том числе тоже, да? Вот что же такое женская бизнес-энергия вот внутри клуба? Завершая уже наш разговор. Женская бизнес-энергия внутри клуба – это создавать общее поле, в котором каждая девочка уникальна, но при этом стремимся мы все к одному и тому же. Быть счастливой, делать бизнес по-женски, быть легкой, сияющей, при этом зарабатывать большие деньги. Вот так. Ксения, как клуб изменил вашу жизнь в этом году? Вообще, у меня благодаря клубу произошли кардинальные изменения. Вообще, мне очень сильно помог, потому что я изначально создавала этот клуб. У меня были проблемы. Я как девушка в бизнесе, мне было сложно идти в этом бизнесе. И как только мы начали общаться, я сразу познакомилась с девочкой-бухгалтером. Она мне подсказала ту же систему налогообложения. Сказала, что у меня вообще неправильная система налогообложения. Подсказала мне патент, помогла на него вступить. То есть я сэкономила огромные налоги. Дальше другая девочка мне составила бизнес-план, бизнес-проект на год, на 2 и на 3, по которому я сейчас четко иду и расту. То есть все это связи, все это прям мне помогает. И также другая еще девочка оказала мне психологическую помощь, проработала мне мои страхи. Оказывается, зарабатывать это страшно. То есть и сейчас у меня доход вырос точно в 2 раза. Такими маленькими улучшениями. Вот, а Екатерина для вас кто? Это лицо клуба или что? Как вы себя определяете? Екатерину я знаю очень давно, и она не только лицо, душа, энергия, сила, сердце. То есть такой человек, который вот как солнце. К нему приходишь, а оно освещает, заряжает. И очень многие А вы приходят на Луна. встречу грустные, но я за ней стою, я такой серый кардинал. Как бы я не медийная личность, я не люблю светиться, я люблю организовывать, координировать. Я все-таки такой Документы человек бизнес. считаете, да? Да, у меня бизнес сложный, цех. Поэтому такой немного приземленный человек, я на земле, как летает. Но я сейчас в первую очередь спрашивал уже про бизнес к самого клуба, да. А у вас еще есть свой личный бизнес, да, тоже отдельно. Я вступила в этот клуб, потому что я бизнес, я представитель бизнеса, и я знаю, что девушкам нужно. То есть не просто я какой-то координатор, А цех у я вас, именно. что вы там шьете? У меня печатный цех, я печатаю Печатная. шелкографию. То есть как большой, огромный цех, довольно-таки сложная структура я выбрала, довольно-таки тяжелую для женщины, управление мужчинами. Ну, Поэтому... а вот клуб, как он вписался в вашу довольно сложную деятельность, да?
со своим бизнесом? Мне нужна была, мне нужны были связи, мне нужна была помощь. Бухгалтера, налогового эксперта, какие-то вот такие, мне нужны были люди. Ресурс, я его там нашла. А сейчас вы смогли бы теперь вот, ну, создать что-то аналогичное, я имею в виду бизнес на основе бизнес-сообщества? Ну, это, так, как сказать, такое, ну, инфобизнес получается, по сути дела, да, образовательное учреждение. Сможете теперь потянуть еще? Конечно, мы уже начинаем его тянуть, мы начинаем развивать. Даже не тянуть, он не тянется, он сам как бы парит, залетает, это довольно-таки просто. К нам девушки приходят на встречу, видят нашу энергию, нашу силу, и у нас остаются. Угу. Как бы, я к тому, что создание бизнес-клуба и его финансовое существование – это отдельная трудная специальность. Я про это, да? Да, мы сейчас начинаем. Есть такая, называется продюсер школы, продюсер онлайн-школы. То есть это вот вы, по сути, освоили новую специальность. Я к этому. Конечно, да. Новая специальность, новая стезя, да. Да. Анастасия, вот буквально одним предложением. Как вы определили бы, какой лозунг у клуба, на ваш взгляд, должен быть? Как вы себе понимаете? Каждая леди способна на большее и масштабировать свои идеи. Это реально. Благодаря этому клубу. Екатерина, а ваш любимый лозунг сейчас для клуба? Меня в ступор ввели лозунг, наверное. Сияй. Каждая девочка может это делать, даже если она ведет бизнес и зарабатывает этим деньги. Сиять. Для людей. Про людей и для людей. С нами сегодня были члены, организаторы и члены клуба «Бизнес-леди». Женский клуб, клуб женской энергии и силы, спикеры Екатерина Шевченко, Ксения Зеленина, член клуба Анастасия Короленко, vk.com, бизнес-леди Пермь. Спасибо, удачи вам. До свидания. До свидания. Как привлечь инвестиции, где найти партнеров, как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата – надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.